Так, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, ребята, мы сейчас побежим, полетим, нет, еще не полетим, Шелгану еще 8 уровней осталось до того, чтобы научиться летать. А сейчас, ребята, мы, наверное, все-таки пойдем в зимний биом для того, чтобы прокачать ларви. Если я так подумал, там как раз нормальный кач на тех же пылесосах, да, точнее, тех пилосвайнов. Как раз они там вроде такие 45-46, конечно, на пару уровней меньше, чем бишарпы. Но все же, мне кажется, к 50 уровню, если мы докачаем ларвест, то там, то будет вообще замечательно. Поэтому, ребята, быстренько потопали туда. Давайте сюда минус 2000, тысячи, допустим, вот так. Минус 2000, 75 тысяч. Только не в стену, пожалуйста. Я уже заколебался умирать. Отлично. Пылесос. Пилосвайн. Я надеюсь, я правильно написал? Покеспаун. Пилос. Нет. Пилосвайн. Во! Правильно? Вроде. Я так подумал, что тут, в принципе, ребята, нормально будет кач для вот этих огненных покемонов, так как Ларвеса тут того же пылесоса убьет с двух ударов. А он где-то 45-48 уровень, так бывает, что, ну, как бы, не всегда же один уровень спавнится. Поэтому, мне кажется, как раз нормально там будет, чтобы их, ее, точнее, тут качать. Что-то я, мне как-то кажется, пило... Давайте еще раз напишем. Или просто он не спавнится сейчас. Может, он ночью спавнится. Хотя, да, возможно. Хотя фиг его знает. То, что, ребята, так и подумал, что электрических и травяных покемонов мы будем... Ну, кто же? Ладно. И джуи, ух, ребята. Давно я не ходил в шахты за Дактрио и за Диглетом. Ну, иди сюда. Иди сюда, зараза. Вы меня уже заколебали. Эти... земные спауны, точнее под землей на 30 высоте, что к вам еще рыться туда фиг его знает сколько нужно. Электрических и травяных покемонов мы будем, точнее, качать на острове, так как там офигенно качано водных. Потом мы вообще правильно копаемся, сейчас куда-то в лаву бабахнемся, да и все. Это как минимум странно. Так закопаться, чтобы найти еще и босса, рядом с ним еще и алмазики найти. Вот капут. Не, ну блин, конечно, прикольно, нормально. Сейчас еще с нашей киркой мы выкопали, точнее, сколько там, 13 алмазов. Офигеть, еще так копанули, знаете, отлично. Ну, в принципе, ладно, нормально, нормально. Ну, тогда, ребята, электрических и вот этих, как его там, и травяных мы будем качать на острове, потом водных мы будем качать на бишарпах, и вот этих, каких травяных, и огненных мы будем прокачивать на пылесосах. Мне кажется, как раз нормально, и они действительно такие большие уровни. Даже не то, что пылесос. А, я знаю еще одну точку, где может быть отличный вот этот кач. На дивдонгах, точно. Они тоже там такие 45 уровни, если вы знаете, ребята. Но они спавнятся где-то возле как это правильно сказать? Короче, замерзших озерах, да, или как это можно правильно сказать? Они там спавнятся, и они там тоже кучами спавнятся. И они всегда большие уровни, что, в принципе, замечательно. Поэтому сейчас мы пойдем. Так, это выкинем. Где у нас там... О, давайте, в принципе, прямо вот сюда мы потопаем. Вот сюда, с них еще и рыба понавыпадает. Мы еще ее покушать сможем. Что это тут? А, это марипов столько. Я смотрю, что-то там куча такая большая. Так, ну чё, дивдонги, пылесосы, чё-то я вас не вижу. Пока что. А хотелось бы видеть. Давай, уже хочу прокачать эту команду и всё, и другую взять. Потому что уже, если честно, она меня немного поднапрягает. Потому что если долго одну команду прокачивать, это как-то не очень. Не, ну не то, что мы её долго прокачиваем, просто... Мы ещё сейчас ловили много покемонов, поэтому эта команда у нас уже долгое время. Что-то дивдонгов вообще не вижу.
Или они возле... Они, может, вот тут будут? Минус 1600... 1300. Так, что я... Во. Минус 1600, 1300. Минус 1000... Так, ща. Минус 1600, 75, 1300. Во. Отлично. Евдоши. Вы тут? Как-то не очень вас заметно. И заметно... О! А ну кто же еще? Кто же еще? То ли Аарон, то ли Диглет. Больше никого тут не может быть. Так, ну что? А, ща, ребята, хочу я проверить. Не то, что проверить, а просто на закате всегда депехать сюда. Минус 1570, минус 1570, 75, минус 870. Во, замечательно. Sunflower Plane. Сюда будем тпхаться на закате. Так, все, прекращаем больше тпхаться, а то еще сейчас за 5 бабахнемся куда-то и умрем. А, я просто смотрю. О! Так. Дальше. Что-то пылесосов. О! Еще. Это уже 4 алмаза. Ого! Еще там вот эти заспавнились. Вас... А, это лапр... Да, это лапрсы. Так, вот. А эти тоже большие уровни. Слео. Сало, короче. Будем вас сало называть. О! Пылесос заспавнился. Сейчас мы сало убьем и пойдем за пылесосом. Просто так Слео. Слео. Сало, короче. Так, ну чё, пылесос. Если... О, вот видите, они тогда спавнятся тоже на закате, эти пылесосы, потому что вообще ни одного днём не было, а вот тут куча заспавнилась. Мы их убиваем с двух ударов, они около... О, ищи, да ну нафиг. Вот это круэль. Понятно. Чё, вот так, если вот так бегаем, да, то кто может быть шайни? Только Аарон и только Диглет. А если в океане, то кто может быть шайни? Только Тентакруэль. Не, ну нет, Меджикарпов нет. У нас вообще даже Меджикарпа шайни нет. Это точно. Это я только сейчас и вспомнил. Офигеть. Так, ладно, пожрём. Пойдём на пылесосов. Сейчас давайте этих двоих убьём или троих. И потопаем, ребята, посмотреть на Райквазу. Вдруг... И так, ребята, нужно ходить, нужно каждый раз туда проведывать вот это все. Просто сейчас такое большое количество вот этих пылесосов тут, поэтому как-то не очень хочется туда идти. Лучше... Нифига себе, сколько их, смотрите на карту. Они, в принципе, да, такие, 35 уровни, но если убить там пылесосов так 10, да, то как раз уровень нам даст. Вот сюда, да? Да. Ладно, сейчас тут немного постоим, это выкинем, это сюда, это... Воу! Вот тут у меня всегда глючит, я не знаю почему, в лесу меня всегда глючит. Даже без шейдеров тут только 20 FPS и то глючит, я даже не представляю почему. Бред какой-то. Ладно. Идем мы, короче, ребята, наверное, все-таки на пылесосы. Нам действительно нужно сейчас нормально так прокачаться. Смотрите, нам нужно как минимум прокачать Ларвесту к 52-му. Также и Шелдона, также и Баттерфи. Поэтому, ребята, давайте туда топаем. А за Райквазой, я не знаю, потом как-то постараемся хотя бы. Пока что на пылесосы. О, как раз Дивдонги тут. Че, вы действительно только ночью спавнитесь? Или я вас просто не видел. А, ну если вы еще так хилиться будете, то вообще офигенно. Так. Одного убили. Второго. Если нас не убьют. Отлично. Так, вылечимся. И на пылесосы. Пылесосы. Ребята, 5 уровней осталось в Ларвесте. Ну, чтобы ее прокачать. А так она еще вроде не скоро эволюционирует. Она почти что в самом конце эволюционирует, когда мы уже ее, ребята, будем откладывать. Вот это.
компьютер, она только тогда эволюционирует. Да, офигенно. Нужно было прокачать команду до 100 уровня. Прикиньте, ребята, если бы мы каждую команду до 100 уровня прокачали. Мы бы сейчас, наверное, где-то вторую или третью команду только прокачивали. Так, ладно. Виппенбелл. Ты потянешь? Потянешь, потянешь. Так, пылесосы, пылесосы. Чё-то их реально много, просто ночью их вообще офигеть как много. И не 45 уровень. Микс двух ударов. И опыта так дофигища, можно даже и так сказать. Офигенно. И что с них еще падает? С них еще и мясо падает, с них еще и косточки падают. Нет, рыба с дивдонгов падает. Но сама суть, ребята, тут офигенно на серверах, знаете, качаться. То есть пришел, повыбивал тут ресурсов, пошел, попродавал, еще и офигеть, как много раскачался. А если у тебя еще и покемон прокачанный, то ты их с одного удара будешь убивать. И плюс к тому вот так по пути. Сил там ходит, бродит, балабодит, мы пришли там. Раз его пнули, нет, с этого не выпало, но все же с них вроде рыба выпадает, поэтому тоже, в принципе, нормально, мне кажется, тут качаться. Тут, мне кажется, если, например, на Мэджикарпах на сервере качаться, да, то с них выпадает только куча рыбы, которую можно продать. И там быстрее прокачивать орб, потому что больше Мэджикарпов. Но все же, тут чуть-чуть меньше вот этих выпадает, как его, ресурсов, которые можно продать, то есть не по 2-3 рыбы, но вы видите, тоже выпадает по косточке, выпадает мясо, которое, в принципе, тоже можно продать. И плюс к тому, они еще и большие уровни, на которых можно офигеть как прокачаться. Поэтому, мне кажется, тут тоже нормально. И орб можно качать, потому что их тоже тут много. Не так, как Мэджикарпов, но все же. Так, что это там за Басяндра? Сначала давайте пылесосов поубиваем. Так. У нас уже, ребята, у нас уже сало есть, у нас уже пылесос есть, у нас уже еще там кто-то был, рулет есть, у нас уже вообще, короче, целая компания. Еще кого-то нужно придумать. Я не знаю, больше такие какие-то имена. Не, ну то, что пылесос есть, это нормально. И сало тоже. Остальных пока что не знаю. Не, вообще куча пылесосов тут спавнится. Странно как-то это звучит, куча пылесосов спавнится. Так, отлично. Замечательно, твою мать, не успел. Не успел его словить. Точнее, словить, убить. А там Басяндра был. Все-таки, мне кажется, в первую очередь нужно лучше Басяндра убивать, чем других трогать. Потому что другие могут заспавниться, а Басяндра не так уж и часто спавнится. А пылесосов тут куча. Ребята, по Чирису уже 59 уровень. Это вообще офигеть. А, то есть сейчас, пока мы докачаем наших покемонов, то она уже будет 60-й, на нее уже вообще не нужно будет использовать раркетти. Так, ладно. Вылечимся. Чё, пылесосы, вы там... Быстренько, 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 быстренько тпхаемся. Райкваза, спавнься, спавнься, спавнься. Давай, 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 давай. А то нам еще уходить нужно будет. Ну давай, ну пожалуйста, ну заспавнься. Ну Райквазишка, ну будь хорошенькой, ну пожалуйста. Ну прям сейчас. Ну я знаю, ты хочешь заспавиться. Ну просто ты любишь ломаться, тебя нужно поуговаривать немного. Ну Райкваза, ну пожалуйста. Ну прямо сейчас. Я тебе сейчас подарочек дам. Снежки, ты же любишь снежки. Вот, заспавнься вот тут. Ну спавнься, ну спавнься. Давай. Ну Рейкваза. Вот зараза, а. Никак не хочет спавниться. Ну нужно еще, наверное, ребята, будет немного поуговаривать, как я понял. По-другому никак. Так, это выкинем, это выкинем. Это тоже выкинем, это тоже выкинем. Рейкваза, Рейкваза, не хочешь ты спавниться. Sunflower Planets. Ладно, дальше потопали. Чувствую, ее мы, ребята, долго ловить будем. Мастербол, если что, при себе. Так. Что-то уже пылесосов нету. По идее, должны были заспавниться хотя бы уже штук так 10. Но пока что я не вижу. Зато... О, вижу.
Зато Ларвеста 50-й уже. Давай, еще два уровня и вообще замечательно. И там пылесос, там даже два пылесоса. Вот, в принципе, нормально, мне кажется, тут огненных как раз офигенно прокачивать. Ночью. Тоже, да? Потому что они только ночью спавнятся, по идее. В смысле, пылесосы. Идиудонги. Ну, или может я их как-то днем не увидел, или у них там уменьшенный спаун, фиг его знает. Так. О, там еще больше. Давай. Потом кого нам? Ну, Шелгана и Баттерфри, это я не знаю, ребята, как мы их прокачивать будем. Как-то тоже, наверное, вот так, но я не знаю, потянут ли они вот тут. Вряд ли, конечно, но... Нифига себе, смотрите на карту, сколько пылесосов. О, так, вылечимся. О, Эмпулеон, здрасте. Ты тоже там где-то около 50-го? Да, угадал. Но ты, конечно, не слабенький. Виппингл. Виппинглу мы уже тоже офигеть как много уровней прокачали. Так, потопали дальше. Покехилл и потопали. Еще если успеем парочку пылесосов убить, было... А, твою мать, я уже такой думаю, кто это. А это даже вот тут у Кёгр спавнится. Эх, лучше бы так Рейкваза спавнилась, как ты. От зараза. Ну зачем нам 30 Кёгров или сколько их там уже заспавнилось? Я уже... Вы чё, с ума сошли, что ли? Даже вот тут, мы не на острове. Ну, в принципе, да, мы возле берега гуляем. Но я не знаю, почему они так спавнятся багово как-то. Опять двое сразу заспавнились. Ну, фиг его знает. Я говорю, это или баг какой-то, ребята, или... Просто даже не знаю. Я не знаю. Диглит, наверное, или там Арон, или Дактрион. Ох, нифига себе, не угадал. Гасли. А сейчас вы что, уже и днем спавнитесь? Вот в бою, а? Всегда так вовремя. Сейчас, ребята, прокачаем Ларвесту, посмотрим, потянет ли тут Баттерфри. Вряд ли, конечно, но посмотреть можно. И также Шелгон, нам же и Шелгона нужно прокачивать. А ему еще сколько там уровней для... не для, а до эволюции осталось. Да вы с ума сошли, что ли? А, сколько? 7 уровней, нифига себе. То есть Баттерфри еще больше прокачано, чем Шелгон? Офигеть. Хотя мы Шелгона вроде в бой вызывали намного чаще. Ну, не знаю. Там свои причуды, знаете. Так. Пылесос. Иди сюда. Нам еще пол уровня осталось. Ровно, это кажется даже. Капут. Ну почему так много Кёгров спавнится? А до сих пор еще даже ни одна Райкваза не заспавнилась. За это время заспавнилась, фиг его знает, какая туча Кёгров, но еще ни одной Райквазы. Также уже Грудонов даже пару штук заспавнилось. Вроде двое или трое, я уже не помню. Но где-то вот так. И Мью там тоже приблизительно так же, как Кёгров. Не как Кёгров, а как Грудонов. Но Райкваза что-то не хочет. Мы всегда, ну, в принципе, да, мы же там не очень так часто гуляем, да, в этом Sunflower Plains, поэтому, наверное, не так часто и спавнится. Так, ну чё, всё? Мы перестали спавниться? You don't... А, значит, я неправильно написал. Как там? Евгонг. Во. Баттерфри, я не знаю даже. О, нифига себе. Да Баттерфри тут еще больше роли, чем Ларвеста, мне так кажется. Офигеть, с одного удара. Ну, Баттерфри, давай тебя прокачаем немного.
Если ты так будешь всех с одного удара вырубать, то мы тебя еще быстрее, чем Ларвесту, прокачаем. И вот так. Сало, сало, сало. Сейчас мы тебя убьем. Отлично. Сколько у нас уже рыбы? 15-30 штук. И все. То есть днем они не спавнятся, как я понял. Или очень маленький спавн. Ну, что-то мне кажется, что они действительно днем не спавнятся. Да, в принципе, и Райкваза днем не спавнится, она же только ночью спавнится. Ух, ладно, так, это выкинем, больше нечего выкидывать. Так, давайте, ребята, посчитаем, сколько нам нужно. 9 уровней для Ларвесты, 1 уровень для Почерису, то есть 10 уровней. Потом, 8 уровней для Вайлорда. Это уже 18 получается. С Виппинбеллом это 22 получается. Ух. Потом с Баттерфи это 36 получается. Потом с Шелгуном это 30. Ну, в принципе, нам хватит, ребята. Если даже так предположить, то нам хватит. Ха. Прокачиваем, чтобы уже нафиг выложить эту команду и уже за другую взяться. Я думаю, да, ребята. Вы как думаете? Так, идем сюда и давайте, ребята, начнем прокачивать. Так, Ларвеста, давай. Тебя уже нужно прокачать. 57, 58, 59. Наконец-то, офигеть. Мы прокачиваем 60 уровней, и оно эволюционирует на 59. Вот капут. Давай. Вулкарона. Отлично. Так. Еще один, да? Так. Почерису. Ну, тебе много нужно прокачать уровней. Все. Потом Виппинбелл. 3-4. Так, ща. А я забыл, его эволюционирует. Точно, от капут. Ну ладно, зато хотя бы вспомнил, и сейчас мы его эволюционируем. Давай. Выпендал. Я забыл, если честно. Я такой думаю, а все там, мы его прокачали. И... То есть Беллспроуд Виппинбелл, он готов. Ага. А там еще Виктори Белл. Вот. Отлично. Так, дальше. Вайлорд. Громила такая. Баунс. Ну, какой? 56, 57, 58, 59, 60. Шелгон. Ух, ну на тебя мы много потратим. Я не знаю. Во! Соломенц, офигеть. Вот сейчас ты нам очень пригодишься. Мы даже на тебя не летали, но... Мне кажется, метанг так же эволюционирует, как этот же Соломенц, то... Мы толком не полетаем даже. Как Шелгон, а не Соломенц. То есть на таких, знаете, последних уровней прокачки они только тогда эволюционируют. Так. Соломенц. Ну, тебе еще 10 уровней. 58, 59, 60. Да? Да, 60. Ну что, Баттерфи? Давай тебя уже до конца. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ну что, ребята, еще одна прокачанная команда. Вулкарона. Потом Почерису. Виктрибл. Вайлорд. Фига себе, громила. Потом Соломенц. И потом Баттерфри. Фух. Мы все выкидываем, подбираем. И дальше, ребята. Точнее, не дальше. А выбираем новую команду. Кого бы выбрать? Сначала не выбрать, сначала это все сложить нужно. Это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда. Сюда и сюда. Сколько у нас? 5, 6, 7, 8 прокачанных команд, ребята. Офигенно. Так, ну что, дальше. Огненный Панита. Электрический. Майнун, может, только где его сейчас найти, вот, да,
Майнон. Потом Праведной. Я еще, ребята. Это кто у нас? Клифери. Клифери. Так. Это сюда. Видишь? Есть, отлично. Тогда... Это шайни, да? Да, это шайни. Тогда это сюда, эту выкидываем. Берем сюда. Травяного взяли. Сейчас, ребята, водный. Водный. Поливерл шайни. И плюс к тому он уже практически... О! У! И плюс к тому он же практически прокачанный. Лучше бы, знаете, кто был не Пласл, а лучше бы был Майнун. Майнун. Потому что Пласла мы уже, конечно, прокачали. Вообще там его уже прокачали. А сейчас как раз, знаете, мы так взяли в команду Майнуна и бам, бум! За домом заспавился Шайни. Майнун. Было бы вообще офигенно. Но нет, так нет. Левелболы у нас есть, но давайте ультраболом попробуем. Поливернул, ребята, 46-й, мне кажется. Извиняюсь, мне кажется, что его даже нам прокачивать не нужно будет. Потому что пока мы остальных прокачаем, он уже где-то 50 и чем-то будет. А, отлично, словили мы Пласла. Потом я это заменю обычного на шайни. У нас есть водный камень. Ну, в сундуке где-то должен быть. Так, Поливерл, потом у нас кто идет? Летающий. Ух. У нас из летающего только метанка остался, как я помню. Ну, не считая легендарных. Нет, ребята, мы возьмем Синдаквилла, а не Паниту. Зачем тогда нам? Летающего. Тут это точно. Летающий. Аэродактиль. Зачем мы тогда фосил покемонов делали, если мы их не используем? Хотя потом нам же... Я хотел сделать фосил команду. Ну да ладно. И дополнительного, ребята. Я бы хотел взять метанга, но зачем нам брать метанга, если у нас уже есть летающий? Лучше оставить метанга на потом, да, чтобы потом на нем можно было летать. И дополнительный... Дополнительный. Ща я думаю, ребята, кого бы взять. Давайте со второй. Кто у нас тут со второй? Ликитунг, Фарфетч, Мяу, Хитмон. Хитмончана возьмем. Ну, давайте. Почему бы и нет. Так. А какой 36-й? Ладно, так, сейчас, ребята, сейчас. Берем. Вот, это берем, а это складываем, это тоже. Сюда мы складываем вот это. Отлично. И вот это. О, это что, уже не помещается? Да ладно, тогда берем еще вот это, берем вот это, берем вот это. Уже, ребята, сейчас мы все попродаем, да и все. Отлично, пускай. Это мы еще возьмем, попродаем. После этого мы купим себе темки, которые нам нужны. Там парочку купим. И все. Так, давайте тогда, может... Ну, хотя, ладно, сейчас пойдем. То, что аэродактиль... Хотя на аэродактиле мы уже летать можем, да? Сразу на первом уровне. Это вообще офигенно. То есть мы уже можем летать. Отлично, вообще отлично. Одиша мы прокачаем с помощью солнечного камня, поэтому нам еще солнечный сейчас нужно будет взять. Сейчас давайте. Главное еще случайно экспешеры не продать и лакеч, потому что они как раз у нас в винтере. Сейчас случайно продадим точнее. И будет офигенно. Так, это сюда. Еще там у нас что продается? Вот это. Потом. Еще. Вот это. Отлично. Потом тут
это. И все. Так, темочки. Thunderbolt. Solar. Зачем я Solar Beam взял, если он. Ну ладно. Так, Energy Ball возьмем. Earthquake. Thunder, Ice Beam. Shadow Ball, нет. Во! Surf. Я не знаю, брать ли атаки на пули Верла, он не так уже практически прокачанный, поэтому я большого смысла не вижу, если честно. Так. Ну что? Так. Тебя. Так. Сейчас. Так. Майнул. Thunderbolt. Потом Одиш. Ну, давай изучим Одишу. Отлично. И все, больше никому. Вылечим. А, сейчас. Эволюционируем, ребята, Шайни Пули Вирла. У нас еще один есть пулевак. Точнее, еще как бы одна эволюция, да, потом нужно будет прокачать. Ну, это уже как бы в следующей команде, да, то есть отдельный покемон. Так же, как у нас есть Одиш и... Два Одиша, точнее, да? Отлично. Пульврат. Зелененький. Так, сейчас. Что-то у нас еда так быстро идет, это вообще сдуреть можно. Мяу. О, капут. Вот ты нам прям очень нужен. Не топчите мне там. Дровзи. Не надо мне... Зря я накинул, я такой думаю, сейчас накинем, с одного удара убьем. А они у нас маленький уровень, я и забыл. Отлично. Так, ух, пошло куча уровней. Кто эволюционирует? Я не вижу. А, Синдаквилл. Не топчите мне там, заразы, а. Ты еще так прям офигенно эволюционируешь где-то в текстурах. Ну, чувак, ну, поторопись немного. Так, уже, ребята, долгая серия такая получается. Да не Эмбер, точнее, да не Синдаквилл. Ну, действительно, ребята, уже долгая серия такая. Чем бы тебя ударить, чтобы попасть? У нас Хитмончан, я не знаю, потянет. О! А сейчас мне Хитмончан там топчет. Вот ты зараза, а. Хара топтать мне морковку в картошку. Так, это сюда. Ладно, сейчас мы это все. А ты чё? Вот зараза, а. Так, тогда давайте уже вот это тоже соберем, что тут выросло. Так. И вот тут. Отлично, собрали. Еще посадим. Во, еще тут. Зараза, топчет. Топчет. Так. Это тоже соберем. Морковочку. Тоже сразу же и покушаем, и посадим. Так. Что тут еще выросло? Вот. Так, отлично. Еще вот это. И вот так, отлично. Ничего больше не упало никуда. Так. Все, замечательно. Так, ребята, давайте на этом закончим. Уже длинная серия. Если вам нравится, ребята, длинная серия, ставьте лайки. И давайте еще электрода убьем. Вряд ли мы его убьем. Вряд ли мы его убьем, ребята. Сейчас пулеврата он с одного удара убьет, да и все. Или мы его... О, отлично. Квилава, 4000 опыта. Замечательно. Квилава уже 21 уровень. Так, ребята, давайте закончим на этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это вторая серия за день. Я не знаю, набрали ли мы там 120 лайков на первой серии, но ладно. Это вторая серия за день. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока.